Пока эксперты осматривают подозрительные трещины, жителям с Ленина 5, возможно, придется заплатить за проживание в общежитии Севмаша. Администрация города только сегодня поняла, что цена, обозначенная предприятием, слишком высока для бюджета. Несколько часов назад мэр города подписал обращение к директору предприятия с просьбой урегулировать ситуацию. Всем пострадавшим северодвинцам с Ленина 5 было предоставлено общежитие по проспекту Морскому 59, которое принадлежит Севмашу. Заплатить за проживание людей обещал город, однако сегодня между муниципалитетом и предприятием возникли разногласия. Мы обратились непосредственно к руководству Севмашпредприятия с тем, чтобы для своих работников, для бывших работников было предоставлено ведомственное жилье. Причем оплата была сделана на уровне оплаты за социальное жилье. Почему? Потому что на сегодняшний день, конечно, хотелось бы, чтобы люди жили в достойных условиях. Такое же письмо-обращение было отправлено руководству «Звездочки». Несколько человек, которые проживают сейчас в этом же общежитии, ее работники. Пока решается вопрос с оплатой жилья, администрация города продолжает выплачивать пострадавшим материальную помощь в размере 20 тысяч рублей на первоочередные нужды. Ее получили уже 65 человек. Более 70 тысяч рублей перечислено на специальный благотворительный счет.